Уважаемые жители района Выхино-Жулебино, сегодня приветствую вас на нашем втором филиале по адресу Самаркандский бульвар, дом 17, корпус 2. Мы смотрим, как проходят работы по новому московскому стандарту. В сегодняшний день произведена предчистовая отделка стен, установлены радиаторы, светильники, двери, на пол уложена плитка, а также производится пусконаладочная работа инженерных систем. Здесь будет газон, здесь будет плитка. Подготовлены сваи для установки забора и установлена опора освещения. Оставайтесь с нами и следите за ходом капитальных работ по новому московскому стандарту. И будьте здоровы!